В рамках благотворительной акции «Протяни руку помощи», организованной ученическим самоуправлением гимназии номер 3, было организовано посещение реабилитационного центра для несовершеннолетних детей. Активисты гимназии в сопровождении заместителя директора по воспитательной работе и социальным педагогам навестили подопечных центра с подарками. Я думаю, такая акция помогает каждому человеку понять, что он несет определенную ответственность, что он должен воспитать в себе чувство ответственности, чувство доброжелательности, взаимопомощи, а также духовно-нравственных норм. Все средства на приобретение сладких подарков подопечным центра были собраны с благотворительной ярмарки, организованной учащимися гимназии номер 3. Всего было подготовлено более 40 пакетов. Благодарность и признательность за оказываемое внимание от лица всего руководства реабилитационного центра выразила воспитатель Асиль Гамидова. Спасибо большое 3-й гимназии, что они так обрадовали сегодня наших детей. Дети остались очень довольны, дети очень радуются. У нас часто бывают гости. По мнению руководства образовательного учреждения, привитие с малых лет стремление и желание оказывать бескорыстную помощь тем, кто в этом нуждается. Формирование таких чувств, как сострадание, сопереживание, является одной из задач педагогов.